Первый гол и первая весенняя победа. Шинник на своем поле одолел Уфу. Матч в прямом эфире показал канал ГТ-регион. Три победных очка подопечным Побегалова обеспечил точный удар Павла Диабальта. На 54-й минуте он забил ворота горожан. Единственный гол в этой встрече. Шинник поднялся в первенстве России на 10-е место. 25 апреля черно-синие играют в Назране с Ангуштом, аутсайдером турнира. Выиграв у Уфы, Шинник размочил безголевую серию, которая продолжалась аж 594 минуты. Мы забили, не пропустили, выиграли, решили триединую задачу, которую ставили перед игрой. Вот это самое главное. Важно было, как нас, допустим, Газовик здесь перекусил, навязать единоборство, выиграть единоборство и ждать своего шанса. Действительно, очень просто и практично.